Масштабный паводок может привести, кстати, к сухому и жаркому лету. Такой прогноз пожарной опасности озвучили в Казгидромете. И вот по данным специалистов, из-за изменения климатических условий уже этим летом пожары возможны на большей части Казахстана. С начала мая ожидается длительный период без осадков и высокий температурный фон. Впрочем, поздние заморозки могут наблюдаться только в северных регионах. При этом сообщается, что такие прогнозы будут уточняться на декаду, неделю и на двое-трое суток. При достижении чрезвычайной опасности будут выпускаться штормовые предупреждения. В прошлом году снегопады у нас наблюдались 14-16 апреля. В этом году нет, такого коллапса не будет. Мы ждем осадки, выпадения осадков преимущественно в виде дождя. А то, что касается остальных месяцев, это июня, июля, августа, здесь у нас лишь только данные есть, будет месяц холоднее или теплее. То есть 15 мая мы уже выпустим прогноз на июнь месяц, где уже будет расписана температура по декадам.